Еще одна улица, где вы можете видеть большой книжный магазин. Вы не представите, насколько он большой. Я заходил туда и просто потерялся. Китайцы очень серьезно относятся к обучению и книгам, и для них это самая главная цель – выучиться. Они очень любят учиться и читать, и что-то изучать. Книги довольно дорого стоят, и они их очень ценят. В среднем книга начинается от 70 юаней, что эквивалентно нашим 700 рублям. Это средняя цена для учебника или книги, но поверьте мне, есть очень много учебников и книг, которые стоят в разы дороже.